Не по велению свыше, а по зову сердца. Наталья Куражнова вместе с коллегами наводили порядок в парке Гагарина. Ворошили залежавшийся снег, собирали старую листву, помогали газонам почувствовать свежий весенний воздух. Мне как бы, ну, хочется, чтобы был порядок в городе. И вот, к сожалению, в прошлом году в связи с пандемией мы не выходили на субботники. Мне очень нравится, когда мы все вместе, всем коллективом убираем город. Город потом становится очень чистый. Приводить парк в порядок после зимы пришли около 100 человек. Среди них и сотрудники муниципальных предприятий, и волонтеры движения «Чистый город», и глава Самары Елена Лапушкина. Совершенно точно могу сказать, что это одна из самых приятных работ. И субботник действительно доставляет удовольствие от общения в неформальной обстановке с своими коллегами, с своими друзьями, от той работы, которую делаешь своими руками, и виден сразу результат. Первый общегородской субботник месячника по благоустройству традиционно называется «Гагаринским». Он проводится в выходные, близкие ко дню космонавтики. Но даже в такой значимый юбилейный год сотрудники парков Самары не оставляют без внимания и другие территории. Приводятся парки в порядок для того, чтобы как можно быстрее выйти из этой зимней спячки, и для того, чтобы как можно быстрее встретить всех соскучившихся за зимний вот этот вот период людей на своих территориях. А начался гагаринский субботник в парке имени Гагарина с торжественной церемонии возложения цветов к бюсту первого космонавта. Юрий Алексеевич Гагарин, кавалер высших знаков... Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Сергей Баскин. События.